Всем большущий привет, друзья! Вы знаете, что я люблю тестировать различные гаджеты и девайсы. Наконец-то в мои руки на 2 дня попал девайс, который и не из Китая, не американец, и не кореец. Это немец. Немецкое производство, причем интересное название у него – Мими. Собственно, вот этот девайс. Понятное дело, что в руке не очень хорошо держится, но могу точно сказать, что сборка хорошая, немецкая, без каких-либо зазоров. Что касается экрана, быстродействия и фотокамеры, я ничего пока не могу сказать. Вибра работает хорошо, динамик вполне себе в порядке. Могу точно сказать, что девайс достаточно шустрый и, самое главное, аккумулятор. Девайс готов продержаться без подзарядки порядка 3 дней. Ставьте лайки, и если это видео наберет больше 10 000 просмотров, то мы обязательно устроим дроп-тест.